Это первый король Гавайи. Камэмэ. The Great. Как великий Петр для нас. Гляньте, какой мужчина, девчонки. Гляньте, какой мужчина. Ой, ё-моё. Вы видите, у нас приглашает уже, руку вам подал, чтобы вы уже на Гавайи приехали. К горячим гавайским мальчишкам. Ну, что такой? Наряд у него прикольный. Так, обойдем сбоку. Посмотрим на него сбоку. Накачанный такой. Ну, я и для мальчишек же показываю. Просто и девчонкам говорю, обратите внимание, какой мужчина. На этом острове два памятника этому Камэмэ. Кстати, в гавайском языке только 12 букв, мне вот Джейка сказал. Тимой маленький, он читает все. Умненький такой, читать умеет. Цветочки там ему. Сейчас я вам расскажу, когда он правил. Чтоб не опозориться, сначала почитаю. So this is to control this island. This is to control the other islands. Это год рождения 1750. Здесь что-то про папаньку его. В 1791 на этом острове он правил. Умер. When? 1819. Died. 1819. Вот при нем жизнь какая была, гляньте. Одежды не было. War canoes could hold 100 people. 100? In the big canoes. А, на большом каноэ только 100 человек работало. Имплантации там какие-то. Что-то ему докладывают. Докладают. Труселя такие у него, ничего. Это как стринги. Стринги, ничего такие у него. Ну вот. Поедем к другому королю завтра. Ой, послезавтра. Джейка пошел что-то опять читать.